продолжаем. Здоровый сон важнее развлечений. Пользователей сети рассмешила маленькая девочка, которая проспала весь концерт на новой волне. Зрители, которые сидели с ней в одном ряду, не могли сдержать смех и даже сняли видео. Ни песни Ирины Аллегровой, ни новый хит Игоря Николаева не смогли разбудить малышку. Все 2 часа она спала, укрывшись теплым платком с национальным узором. В итоге пользователи, которые посмотрели видео, назвали девочку главной зрительницей фестиваля, которая оценила в кавычках выступление артистов.